пятницу на юге Кузбасса будет пасмурно, пройдет снег. В Прокопьевске ночью минус 2, минус 4, днем около 0. В Осинниках ночью минус 2, минус 4, днем минус 1, минус 3. В Мысках ночью минус 1, минус 3, днем 2 градуса ниже 0. В Междуреченске ночью минус 1, минус 3, днем минус 2. В Шерегеше ночью минус 4, минус 6, днем минус 1, минус 3. Сильный ветер. В Новокузнецке 26 марта ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Температура ночью минус 1, минус 3 градуса, днем минус 2. Ветер западный, умеренный. Геомагнитное поле Земли спокойное.